Так, мы на канале Дача Сад. Сегодня вот я показываю вам, как строят будку или баню, не знаю, не пойму, что пока. И вот крепят они сверху доски. Это у них идет, значит, обвязка доски сверху, а потом будут ложиться на нее, крепиться стропила таким образом, вот, чтобы равномерно было размещение груза. Применяет брус. Вот они ее обвязывают проволокой, доску к стенке. По-видимому, заранее была приготовлена, что ли, она. Да, видимо, вон там видно. Походу дождаться второй, вот. Вот они равномерно распределены. Сейчас они перейдут на следующую. Так, к сожалению, они пошли на ту сторону. Но давайте посмотрим. Все равно. Вот он достает провод. Проволоку. С одной стороны. И с внутренней стороны. Вот она, проволока, похоже, восьмерка. И сейчас будут они ее обвязывать, доску. Да, вот все, пошли они сейчас ее крутить. И закручиваются. Значит, они таким же образом пройдутся по всему периметру. Вот она наложена, доска. Вот. Ну, что-то типа гаража. Ваня, наверное, скорее всего, будет длинный такой. Так вот, значит, крепится делается основание под стропила. На этом заканчиваю, до скорой встречи.